Она у нас здесь уже нарисовала кружочки. Она рисует палочку, линию. Рисуй линию, она. Линию? Нет, не хочет, она не хочет. Так, Виктория приготовила нам все печати и покажет каждый фломастер, какую печать делает. Давай, Виктория, показывай. Так, это у нас сердечко розовое. Давай дальше. Угу. Что это? Это самолетик, а не дерево. Виктория говорит, дерево. Это самолетик, только вверх ногами у нас самолетик. Дальше. А, у тебя что? Ты кружочки рисуешь? Умничка. Это солнышко. Ты солнышко? Ага. Давай water. Так, восходящее солнышко. Это дальше. Цветочка. Цветочек, ага, какой красивый цветочек. Дальше. Это звездочка. Звездочка. Еще, ну, видно, да, звездочку видно маленькую. Дальше. Дельфин. По-русски как? Лепет. Дельфин. 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 Ага. И это что? Это ножка. Пяточка, да? Не видно. Сделай еще раз. Сделай еще раз. Пяточку. Не видно пальчиком на пяточке. Виктория, да? Виктория. И Анна, то есть она рисует. Я сейчас сниму purple. Давай. И отдельно другую палочку. Угу. Виктория догадалась, дорисовала пальчики, дорисовала уже с другой стороны фломастера. Дальше. And the last one is a cat. Кошечка? Вверх ногами кошечку. Переверни, поставь еще раз. Вау, Анна, какой художник нарисовала. Вау. Умничка, Анюта, умничка. Какая красота у Анюты. Виктория кошечку сегодня как не может. Не получается у тебя кошечка. Да, угу. Умничка. Умничка, Анюта. Какая красота. Пикассо. Да, художник Пикассо у нас растет. Умничка. Очень красиво, Анюта. Вау. Очень красиво. Все? Все, сейчас Виктория уже будет делать на трафаретах, да? Какая, Анюта, красота. Все, Анюта? Да, в следующем у нас видео будет, как Виктория будет на трафаретах рисовать.